Приветствую вас, друзья! Подошла очередная неделя торговцев. Посмотрим, какую кость нам Месси вкинули на этой неделе. По-другому я назвать не могу, так как проект у нас вообще не имеет никаких новостей, как я понимаю. Так вот, слева торговцы базы начнем, так как правый нам показал болт с гайкой. Что же нас предлагает левый торговец? Это у нас облегченная МК, рюкзак снабженца и камень. Значит, смотрите, освободитель, она же облегченная МК. Единственная проблема, я считаю, в этой винтовке это урон по броне противника, потому что он почти минимальный. Неплохой урон. Не забудьте, да, освободитель у нас идет в купе с центрионом. Ну, можете, как обычно, использовать. Далее у нас идет брутальность, что для штурмовки идеально. Смертоносность. Ну а тут можете, например, какую-нибудь там разрушаемость там, или, например, компетентность. То есть, я имею в виду поменять хватку. Стоит данное оружие 1331 Феникс. Достаточно неплохая модель. Если вам нужна хорошая М4, покупайте. Она действительно неплоха. Отличается лишь тем, то, что она может в купе давать дополнительные бонусы. Как я уже сказал, следующая шмотка, какая меня заинтересовала, это снабженец, а именно рюкзак его. Почему? Потому что у него второстепенный навык хороший, 54%, кстати, почти топовое значение. Основная характеристика 12279 силы навыков неплохо. Не скажу, что топ, но неплохо. Броня высокое значение. Ну и электронику поднимайте, у вас идеально для снабженца. Стоит 832 феникса. Купите обязательно. Редко встречаются подобные снабжицы. Вот могу точно сказать, но если правда не выпадает. И камень, который я вам хочу посоветовать, это непосредственно шанс крита, крита, точнее, при импульсе. Хорошая очень штука, я ей периодически пользуюсь, особенно когда пытаюсь сделать очередной сет. Пригодится, стоит 192 феникс. Продолжаем шариться по базе, натыкаемся на торговца передовым оружием, он находится на первом этаже справа, тут продается единственная нормальная штурмовая винтовка, больше ничего, это у нас слово, а именно Лёва в простонародье. Что же интересного в данной штурмовой винтовке? 21% урон по броне противника высокое значение хороший урон достаточно компетентность не забудьте надо будет поднять батареечку себе так как требовательный достаточно талант потом у нас есть реакция но он конечно к штурмовым не очень в альфа связи то он был актуален но это было в 1.5 вот ну и хватку соответственно вы меняете на какую-нибудь брутальность там смертоносность и так далее то есть у вас Чисто, если вы на брутальность поменяете, то у вас винтовка идет на 30%, точнее 32% урона, что на самом деле очень такой весомый аргумент в перестрелках с ботами и обычными игроками. Стоит данная штурмовая винтовка лям 600. Переходим к Керману, это опорный пункт. Тут продается неплохой тактический ОМП-45. Для щитовиков они идеальны, имеют очень хороший урон и просто ужасающую скорострельность. Для ПП это вообще. Что касается непосредственно шанса критического попадания, хорошее значение, не топовое, но хорошее. Что касается урона, тоже хорошее значение, 22 тысячи. Не забывайте, чтобы не было такой, ой, а почему у тебя урон выше, чем у меня? Потому что у меня значение пули высокое. Вот, имейте в виду данный фактор. Так что 22 тысячи, но ну, в основном они идут где-то 1018-19, имейте в виду. Переходим к талантам. Значит, я имею в виду при стандартном значении пули, чтобы вопросов опять не было. Таланты, брутальность хорошо, ближний бой, опять же, если брать по щитовику, в голову попадать легко. Урон целям, точнее, это внезапность, урон целям, находящимся в укрытии, очень часто прячутся в последнем рубеже, поэтому тоже подойдет. Ну и, соответственно, талант жизненную силу можете поменять на что-нибудь, какую-нибудь смертоносность, так как крит высокий. Стоит данный ПП лям 600, друзья мои, покупайте. Опорный пункт «Последний зов». Тут продается увеличенный магазин для тех, кто не купил на прошлой неделе рецепт увеличенного магазина. Вот для особо одаренных, как говорится. Продается данный магазин. 4% крита от попадания – это топ. 3% крита – это топ. А вот э, емкость магазин могла бы быть и побольше на процентов так 9, тогда бы топовый магазин это был. Но еще раз говорю, модель достаточно неплохая, при том стоит копейки 168 тысяч. Но название опорного пункта последний зов говорит о том, что с такими темпами и в игре скоро будем выйти все. Над головой темная зона 8. Тут продается МП 5СТ. Обратите внимание, я сравнил со своим. Крит выше, на 15%, урон на 1000 выше. Да, то есть, и плюс по талантам. Смотрите, компетентность бесплатный талант идет. 10% урона. А, разрушаемость, и плюс еще вот тут надо смертоносность по-любому. И вы получите. Ну, я скажу честно, это один из лучших МП, точнее, ПП, которых я встречал в игре именно такой модели. Поэтому, если у вас есть 416 тысяч валюты темной зоны, и вы хотите себе отличный, отличный, подчеркну, МП-5, вот, покупайте, у вас есть уникальная возможность. Стоит 416 тысяч валют темной зоны. Мы находимся в темной зоне 9. Перед тем, как я озвучу, что тут интересно, вот тут три шмотки интересные. Я пробежался по всей темной зоне, на самом деле ничего интересного. Но я увидел одну маску, по которой будет отдельно гайд. Я думаю, да. Обзор уж точно. А, самое забавное: либо я такие не встречал, либо не обращал внимания. Но маска действительно, я думаю, вам понравится. Интересно очень. Так вот, может, это баг, кстати. Вот а, Что касается именно данного торговца, торговец с особенными товарами. Темная зона 9 напоминаю. А, у нас уже был а, рюкзак с, со снабженцем. А, тут точим батарейку. Броня хорошее значение, и вместо там идет символ навыков, а тут критическое попадание, урон от критического попадания. Плюс второстепенные сопротивление сгорания, что классно, на мой взгляд. Вот, э, хорошая достаточная шмоточка стоит 277 тысяч. То есть вы выбираете между электроникой и урон от критического попадания. Соответственно, чем больше выбора, тем лучше. Далее переходим к наколенникам альфа-связи. Тут меняем силу навыков на какой-нибудь другой талант. Например, там урон по броне противника. Вот. Э, Высокая значение идет креста, хорошая броня, вот, заморозка, урон элитным, ослепление, оглушению. 221 тысячу стоит данная шмотка, тоже неплохая реально, мне нравится. Вот, и завершаю непосредственно перчатками знак хищника. Вот среднее значение брони, реально среднее. Пулю поднимаем до потолка, урон от ПП. А не забывайте, хищник нам дает 8% в КПП. Шанс крита и урон от крита. В остальном же идеальная. То есть по основным характеристикам для хищника просто идеальная сборка. Вот броня подкачала. Стоит она. Данная шмотка 221 тысячу. То есть, если вы собираете непосредственно сборку, которую я несколько дней назад вам вывел в свет, да, хищник в золоте, вот перчатки подойдут под данную сборку. Спасибо, что смотрели, подписываемся на канал, не забываем комментировать, подписываемся на группу ВК, всех благ.